Всем привет, народ. Пришел мне из Томска такой вот шкафчик большой, уже даже с счетчиками, с автоматами. На Авито нашел за 4000 рублей. Просто смотрел в магазинах, просто пустые шкафы подобных размеров, там от 10 тысяч выше стоят. А его отмыть, в принципе, будет как новый. Тем более он там в стене замонтируется, и даже видно его не будет. Сверху какая-нибудь картина повешается, в принципе. В общем, 12 автоматов на 16 ампер, 12 на 25 ампер, в одной на 40 ампер, 32 ампера трехфазный, 40 ампер, еще даже вот такие вот клеммы заземления. Это просто халява. Даже если автомат он по 100 рублей продать, практически уже ящик сам себя окупит. Все, сейчас это все дело отсюда вытащу, помою, отмою его и буду уже монтировать, свои приборы ставить, реле напряжения, УЗО, диф автомат у меня будут 3 на каждую фазу. Ну и так далее, там для освещения. То есть одна половина будет для силы, вторая для автоматики, для освещения вот этого беспроводного. Посмотрю, как тут что лучше расположить. Ладно, сейчас все буду потрошить. Так, ну что, разобрал, отмыл как смог. Стеклышко приклеил на место, но вывалилось. Начинаю собирать всяких проводочков. Насобирал с этого щитка. Тут вот всякие автоматы, динамики, клемники, шинки. Сейчас буду ставить реле напряжения и выключатель. То есть автомат в одной у меня стоит на столбе. Не вижу смысла еще сюда его ставить. Просто поставлю выключатель, а после него уже реле напряжения, чтобы можно было выключать, не бегать к столбу каждый раз, если что-то надо будет тут в щите переделать. Ну что, начал сборку щитка. Извиняюсь за качество изображения, с налобным фонариком сижу. В одной автомат хотел поставить такой выключатель нагрузки, так как у нас там на столбе уже висит автомат, но у нас там на 63 ампера автомат, сюда поставил на 40 ампер, так как кабель от столба до щитка купил 6 квадратов, 40 ампер выдержит, а у 63 ампера могут не выдержать. И для того, чтобы этот кабель не сгорел, у нас вот этот автомат вырубится, а на столбе может и не вырубиться. Короче, как-то так. Реле напряжения, то есть здесь будет вход, с него пошло на реле напряжение, отсюда сейчас выход делаю на диф автоматы. На каждую фазу будет по своему диф автомату на 32 ампера каждый. Вот здесь уже внизу пойдут групповые автоматы. Вот такой гребенкой их соединю. Хватит, в принципе, штук 12. Поставлю их, тут 12 влазит. И там уже раскидаю всю нагрузку как-то равномерно. Это будет земля на каждую фазу, своя земля, так как у меня общий диф автомат, ну, на одну фазу. С него 0 получается. Должен идти только на ту группу, что от него будет запитан. Поэтому вот приобрел на один рейку такие линеечки. Их сейчас вместе вот так вот объединю, просто чтобы побольше выходов было. И все, из каждого выхода диф автомата минус пойдет. Один сюда, один сюда, один сюда. Сейчас соединяю выход реле на диф автомата. Использую вот эти провода, которые добыл с этого шкафа.
вот это вот 10 квадратов был провод одножильный, он у меня закончился, там его было мало. Есть такой вот одножильный провод, то есть многожильный мягкий, но он квадратов, наверное, 10 или 16. Я залуженный тут был, я сейчас его обрезаю. Дальше беру вот такие вот наконечники и уже их опрессовываю. Дальше уже под винтик буду это все дело соединять. Так, ну что, силовую часть я закончил собирать. Вот так вот это все дело выглядит. Это нулевая земляная шина, так как со столба ПН проводник приходит, там ноль, и земля уже в одном флаконе. Еще заведу сюда землю. Дом на сваях стоит. На несколько свай шпильки приварю сварочником, и от этих шпилек также еще землю сюда заведу. На тот случай, если вдруг там где-то на столбе нулевая шинка отгорит, чтобы ноль не пропала и ничего не погорело. Ну, по сути, реле напряжения должно будет все вырубить. Ну, мало ли, всякое бывает. В общем, так вот, 12 автоматов. Получилось по 4 автомата на каждую фазу. И нулевая шинка на каждую фазу идет. Также еще шина заземления. На корпус прикрутил. И также вот все это проводком сводится вот сюда вот. В следующей серии будем монтировать вот эту вторую половину.